Йоу, народ! Мы учим вторую сотню самых известных хип-хоп-та. И следующий наш танец называется Lock In или Get Locked из White Fit. Довольно-таки популярный танец. Будда Стрэйч его любят танцевать, и многие-многие танцоры. То есть это танец, который вот из White Fit уже стремительно перемещается в хип-хоп. Он нелегкий, но давайте его выучим. Значит, первое. Принцип первый, что мы будем на носочках вращать вот таким вот образом стопу. Вот. Вот таким вот образом пятка будет разворачиваться. Это напоминает мне мэш Патрика. Вот. Это техника, которая нам очень пригодится. Первая часть танца. Мы делаем кач наверх. Выстреливает нога в сторону. Мы готовимся. Например, право. Следующее, что мы делаем, это прыжок левой ноги, больно левой ноги в сторону. Туда. Как видите, закрещивание идет сверху. Третье движение. Мы выпрыгиваем на две ноги, выставляя широко ноги в сторону. И четвертое, скрещиваем ноги обратно, но теперь уже левая спереди. Не просто. Ну давайте еще разочек. И это не бит, это приготовление к биту. И дальше. Раз, накрест прыгнули. Правая сверху. Дальше. В стороны. И два, левая сверху. Другую сторону то же самое. И мы делаем. И дальше закрещиваем. Раз. Или три. Дальше в сторону. И четыре. Накрест. Получается. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. И самое главное не путать здесь. Мах, прыжок, прыжок, прыжок. Мах, прыжок, прыжок, прыжок. Добавим сюда руки. И приготовились. Наверх качнули, дальше. Вниз и сюда. И вниз и сюда. И вниз, наверх, вниз. Вниз, наверх, вниз. Вниз, наверх, вниз. Это были отдельно. Теперь соединим. И вниз, наверх, вниз. И вниз, наверх, вниз. Повторяйте эту скороговорку. Про себя это поможет вам быстрее понять. Вниз, наверх, вниз. И наверх, вниз. Вам лицом еще разочек этот танец медленно, потом быстрее. И вниз в сторону, вниз и прыжок, и вниз. Раз, два, раз, 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 раз. Это get locked. Окей, народ, это я тихом руку. Мы продолжаем изучать вторую сотню самых-самых-самых известных хип-хоп танцев. Следующий наш танец Old School. Это Punch It. Итак, ударим же это. Вот такая вот техника работы рук. Как видно, мы бьем, бьем, бьем. У нас здесь работает корпус на сгибание. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Кроме этого, у нас еще будут прыжки. Прыжки похожи по технике на LB. То есть мы прыгаем вверх. Вверх. Два, три. Раз, два, три. Три и четыре. Сейчас соберем это все вместе. И у нас получится правая рука, левая нога, понятное дело. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Вперед, вперед. Вперед, вперед. Раз. Покажу к вам лицом. И раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз,
Два, три. Панчит. Йо, народ, следующий наш танец называется флинстоун. Вот, он очень прост. Что мы будем делать? Будем делать кик, приставка, шаг. Кик, приставка, шаг. Кик, приставка, шаг. Видите, мы немного поворачиваем корпус. Оп, оп. Руки идут накрест в сторону. Накрест в сторону. Раз, раз, раз. Раз, раз, поворачиваем корпус в разные стороны. Это флинстоун, бэби.